Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в GTA 5 и продолжаем проходить эту игру. В предыдущей серии мы остановились тут, возле дома Франклина, мы уже поспали, переоделись, сфотографировались, да, там селфи сделали и все такое. И сейчас, ребята, мы потопаем дальше, точнее, мы пойдем на задание, где оно находится. Сейчас мы будем проходить. Нам нужно, как я понял, к Симону опять, то есть давайте пропустим. И в предыдущей серии мы же только начали проходить эту игру, но я надеюсь, она вам понравилась, потому что это же GTA, многие, конечно, ее уже видели прохождение, но все же это же GTA на ПК, это, можно сказать, что-то новое. И что, ребята, мы будем делать? Я буду стараться, не обещаю, но я буду стараться хотя бы... Ой, извиняюсь. Хотя бы иногда играть от первого лица, но это не всегда удобно. То есть это не очень привычно. Я не знаю, как люди вообще играют от первого лица. Это не вообще как-то непривычно. То есть я не знаю, честно, ребята. Мне не очень удобно так играть. Я как заметил, тут везде все двери закрыты. То есть нужно перелезать заборы. Нужно к нему вот сюда бежать. И даже не тут заходить, а еще дальше. Но все же, ребят... О, ничего... Как я хочу вот эту точилу. Она вроде похожа на Ford GT, как бы с реальной жизни, да? Hey, wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changed. Tell you what, my friend. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together. I never had a black son. But if I did, I want him to do just like you. No, no, never. Niggas. Hello, Lamar. What's up, you know? So, Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog. Мне так нравится, как они разговаривают. Homie, nigga, yo, bitch, motherfucking you. Они даже обычно разговаривают и то рэпом каким-то. Today is nothing, just a bike, hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you, and come on. He's about a yes mouse ass nigga. Nigga. Let's go to Vespucci. What's yelling at? О, хоть убейте, но я сажусь в эту тачку. Я хочу на ней прокатиться. Вот первое лицо ее не увидишь, поэтому давайте так. Ага, ну, камеру вождения. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scout. In your case, I ain't so sure about that. Step up, nigga. Of course. Хотел сказать, они еще не добазарили. Require surplus of paper and deficiency of brain cells. We just put a dub down on this bike. 20 G's with a 3G note. Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this. Знаете, что нам нужно, ребятушечки? Нам нужно будет пойти в Ammonation, то есть купить себе какие-то новые оружия, потому что у нас вообще оружия нету. Хотя там вроде будут миссии, когда нас будут отправлять туда. Я надеюсь, скоро. Так. Все, мы
Приехали, ребята. Ну что, сейчас будем разбираться. Я помню эту миссию вроде. Должен быть. Следуем, следуем, следуем. А, нажмите, чтобы перелезть. Ну, это понятно. Сейчас будет перестрелочка. Но у нас нет вообще оружия. У нас нет вообще оружия. То есть, может, нам нужно было купить? Я за последние пару минут уже нигов слышал больше раз, не знаю, чем что. Ух, вот это тоже крутая тачка. О, нифига себе, кошки? То есть это вроде только на компьютере добавили, чтобы кошки бегали. На консолях такого еще нету. Как? Это не я говорю, то есть это мне сообщили. Так, а как это открыть? Ага, он сам. Тут ни хрена. Опа, там что-то валяется. Бронежилетик. Дайте лучше мне еще пистолетик, потому что я знаю, тут у нас вроде будет перестрелка. Ну тут ни хрена нету. О, да ну нафиг, серьезно, в последнем гараже не может быть. После того, как мы все облутали. Облутали, нифига себе, уже вот эти словечки. Опа, сзади, сзади, сзади. О, там пушечка, то есть мы ее еще подберем. Вот. О, поехали, ребята. От первого лица, от первого. Это так охрененно, от первого лица действительно. Вот от первого иногда лучше даже стрелять. Хедшотик, бичара. Ух, почему я сразу дробовичок не взял? О, я его видел. Он уходит! А, твою мать! Ну все, тут мы уже его никак не догоним. Нужно было... Я думал, в ту тачку можно сесть, а оказывается нельзя. Ну хрен, мы уже его тут догоним, если честно. Ну ща попытаемся, вдруг я гонщик окажусь. И сейчас мы еще его догоним. Вряд ли, конечно, но все же. Ребята, гоним, гоним. Давайте, давайте, поддерживайте, чтобы я успел. Ну, вроде сейчас направо и просто по прямой. Поехали. Главное не стукаться, потому что... Если мы стукнемся, потеряем всю скорость, и хрен мы потом его догоним. Как вот сейчас, например. Зря. Ну, ладно. Попытаемся и так догнать. А, там его вроде нужно будет стрелять. Да, можно стрелять. То есть нас подготавливают, это понятно. Да твою мать! Вот ты путями такими уходишь, хрен тебя догонишь, хрен тебя словишь. Ну все же, ребят, прикольно. То есть небольшие такие обучения на начале.
Во! Даже денег, хотя смотри, сколько у нас денег, ребят. Ребят, я не читерил, ни хрена, это же за предзаказы дают эти деньги, поэтому у нас 500 тысяч, за 500 тысяч мы охренеть сколько, наверное, сможем купить себе всего. Дома, гаражи, прически, одежду, да, в принципе, многое чего, тюнинговать машины, много оружия. Это, в принципе, очень круто. Высокий показатель вождения, ну, как бы улучшает вождение, ну, ясно, и вот это все. А как стойка на мотоцикле? То есть, видите, нам показывается, что как бы мы можем... Ага, нет, это не то. Ну, хрен его знает. То есть, как-то можно, наверное. Нет, не вот так. Ладно, потом разберемся, если что. Сейчас нам главное быстро заехать туда, куда нам нужно, отдать наш байк, получить наши копейки, потому что, ну, больше нам не нужно. У нас пол ляма есть, мы в какой-то степени... Как в какой-то степени? Нам, в принципе, хватит до хрена вот этого бабла. Я, если честно, когда проходил первый раз GTA-шку еще на старых консолях, то, как я помню, у меня даже до конца игры 500 штук я не заработал. То есть я потом себе хотел купить... А, хотя, может, и не, может, заработал. Но там же только с ограблений много бабла тебе, ну, дастся. То есть я не спойлерю, но как бы... Понятно, что в GTA-шке будут ограбления, да? И там только нормально так заработаешь. Внимание, ну да ладно, давайте сохранимся. Выполнено. Замечательно. По мере прохождения сюжетной линии в режиме режиссера Rockstar вам станет доступен новый уникальный актер из города Лос-Сантос. Замечательно. И как вы видите, ребята, нам на карте открылось новое задание, то есть знак вопроса. Но мы туда пока что не будем идти, мы будем сюжетку выполнять. А по сюжетке нам нужно возвратиться к Симону, вернуться точнее, и сообщить ему то, что мы прокакали его байк. Что сейчас и будет происходить. Он нам, наверное, жопу надерет там, но... Ну какая машинка. О, то есть я даже туда не могу зайти. А с какой стороны? А в принципе, скоро мы встретим... Майкла, потому что, смотрите, сейчас мы еще не можем персонажа выбирать. А, нет, я могу выбрать персонаж, но это мой персонаж как бы с онлайна. А, поэтому я не буду туда заходить сейчас. И, в принципе, больше ничего. Ага, вот. Утро. Опять расист. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for me? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him with the exorbitant interest rate. Это сын Майкла. Сейчас мы как раз встретимся с Майклом. House is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So... Вот сейчас, ребята, мы встретимся первый раз с Майклом. И потом будем с ним дружиться, как я понял. Но сейчас как бы нам нужно украсть его... Ух, ни хрена себе машин. А, это вроде та удюшка. То есть сейчас мы встретим... Ну как встретимся? Не будем мы встречаться с его сыном. Мы просто стыбзим тачку его сына, который... Помните, на начале... прохождение, как бы, в предыдущей серии, когда мы пришли к вот этому... Извиняюсь. Когда мы пришли к этому Симону, то там был вот тот чувак, который покупал желтую тачку. И сейчас нам нужно ее будет вернуть. И вот, в принципе, сейчас мы встретимся с Майком. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog.
Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Сам ты варюга, он Ромар же стебзил машину, байк точнее, а не я, так что... Да, ребят, я знаю, немного подлагивает, но это подлагивает не потому, что комп не тянет, а потому что с видео, с веб-камеры. Я не знаю, почему веб-камера так много жрет вот этой памяти, хрен его знает, если честно. То есть буду стараться, может, без веб-камеры будем играть, потому что, как видите, с веб-камерой реально очень лагает. То есть она уменьшает производительность самой игры не то что в пол раза, а где-то в два раза. В 2-3 раза где-то даже, если честно. Ага, а сейчас что? А сейчас что? Я так и не понял. Ага. Ну, то есть тут закрыто, нам через дом, да, нужно будет пробраться. Наверное, мне так кажется. Ага, значит, даже не через дом, а, наверное, через второй этаж, что ли. Только я не представляю, как я проходил, то есть, проходил, но очень давно, я, если честно, не помню. Будет ли тут открыто? Нет. Хм. Ну, это дом Майкла, да, я помню. А, ну, я не помню, как сюда зайти. Чтобы добраться до открытого окна, ну, на крышу машины. Ага, вот, ребята, смотрите. Не потревожьте жителей. Ну, ясно, понятно, как бы. Синие метки на радаре указывает, сколько шума вы производите. Ага, и вот видите, вот там Майкл лежит сзади, наверное. Так, ну что, доставляем тачку, как я понимаю. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ну ладно, поехали. Ой, ну что ж. Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. The guy was behind on the fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. What are you, a fucking idiot? You're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious. Ну что, сейчас попробуем. Ребят, я просто выключил камеру. Извиняюсь, если вы меня сейчас не видите. Но из-за камеры реально и производительность игры, то есть если с камерой у меня падает с 15 на 20 FPS, это очень тормозит и очень глючит, то без камеры, сейчас я посмотрю, сколько у меня. One day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer. То без камеры доходит до 40-50 даже иногда, то есть проседаний таких нету. Поэтому, ребята, я потом, может, попытаюсь как-то по-другому записывать с камерой, но сейчас, как вы видите, с камерой очень глючит, и я, если честно, не знаю даже, что делать с этой камерой. Потом, может, говорю, какой-то другой способ найду. Ну что, ребят, сейчас давайте, в принципе, продолжим, закончим вот эту миссию, и, наверное, на этом закончим прохождение этой миссии, в принципе, этой серии. Поехали. He look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Вот, ребят, сейчас вообще лагов нету, то есть все плавно. А с камерой реально как бы есть лаги, и не скажу, что маленькие. Hey, man, it's just up here. Okay, stop the car. Pull up. Ну,
That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Ну давайте, ладно, так уж и быть. On, опа, эпик. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I was Trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker. О, вот видите, ребят, смотри, мы переключились. Ребята, мы переключились на Майкла. То есть, смотрите, мы уже играем за второго персонажа. Это круто. Опа, на, зараза. Вот для него все расисты. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I thought no. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Oh. Don't make me have to come back here. Опа! Новый персонаж. Актер разблокирован. Майкл, выполнено. Теперь можете выбирать между Майклом и Франклином. Ну, понятно. То есть как? На Alt, да? Ага. Рядом с каждым персонажем между выбора доступно число доступно. Ага, понятно. Ну что, ребята? Закончим. То есть сейчас лагов нету, действительно нету лагов, а с веб-камерой намного больше лагов, и я по этому поводу извиняюсь. То есть это, наверное, программа, что ли, что это вызывает столько много лагов, но я попытаюсь их потом как-то убрать, потому что с веб-камерой действительно веб-камера больше жрет памяти, чем сама GTA-шка. Аманда, Майкл, ты купил торт, ты купил корт, а не торт, твою нафиг. Ну что, ребят, на этом я заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если эта серия набирает 300 лайков, то сразу, я еще раз, ребят, повторяюсь, если эта серия наберет 300 лайков, то сразу выходит новая серия GTA-шки. И, ребята, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.